Представители окружной общественной палаты, волонтеры Федерации тхэквондо, сторонники партии «Единая Россия» в праздничные дни навестили ветеранов. В гости пришли не с пустыми руками, принесли продуктовые наборы. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы, как ваше здоровье? В июле Ивану Николаевичу Сманцеру исполнилось 98. Он ушел на войну в 42-м и дошел до Восточной Пруссии. Сейчас ему не просто выходить из дома, а в условиях пандемии вдвойне. Поэтому одинцовские волонтеры регулярно навещают его. Просто вот видите, уже люди в таком возрасте, кто-то не ходит, кто-то не видит, кто-то не слышит. Но нас вообще не забывают, поэтому нам очень приятно, мы вам очень благодарны. Спасибо большое за все. Навестили общественники и супружескую чету Шепталиных – Валентина Андреевича и Элеонору Владимировну. Сегодня ветерану военной службы Валентину Шепталину, служившему в ракетных войсках, 87. Но он радушно и энергично встречает гостей, которые желают ему и всем ветеранам здоровья и долгих лет жизни. И рекомендуют вакцинироваться, чтобы обезопасить себя во время пандемии. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».